Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сир. Муник здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, кто не знал, мой аккаунт деактивировали. Да, снова. Да, это другой аккаунт, просто я ник поменял, кто не помнит, Кирилл Путбуль, вина свой ник, как у меня был раньше, Кирилл Путбуль. И меня деактивировали, пацаны, да, это произошло в воскресенье, примерно в 11 часов по МСК. Я просто ехал, подписчик попросил подвести его на лесорубы. Я ехал, доезжаю до Ржевска, и мне пишет, Серж закрыл соединение, и пишет еще, вы были деактивированы за багаюз. Я сначала подумал серьезно, что это баг. Ну блин, ну бывает, возможно. Перезахожу, но нет, это не баг. Это не баг. Какие были мои действия, пацаны? Я написал жалобу и все, просто забил на все хер, реально. Я даже за компом не сидел. Видосы не выходили сколько, 3 или 4 дня где-то. Ну, примерно где-то так. Но потом спустя... Сколько? Спустя, наверное, 2 дня, да. В воскресенье, получается, меня деактивировали. И потом во вторник, да, меня активировали уже, да. Меня активировали. Тачки, кстати, остались. Мой номер остался тоже, 4 восьмерки. Но, к сожалению... Слетел мой дом и бизнес. Слетел не из-за того, что я его не оплачивал, а потому что раньше, когда деактивировали, бизнес сразу не слетал и дом. Но сейчас сделали так, что тебя деактивируют и сразу слетает в гос дом и бизнес. Конечно же, у меня так и произошло. Как бы и мой дом и бизнес сразу купили. Бизнес прям моментально купили мой. К сожалению, да. Я написал... жалобу на возвращение имущества после активации. Не знаю, наверное, навряд ли мне вернут. Но, хз, посмотрим. Надеюсь, что вернут, но кажется, что нет. Потому что это не бан навсегда, как был тогда, а деактивация. Они могут написать, типа, вот, как бы это твое наказание за то, что ты, типа, багаюзил. В чем прикол, из-за чего меня деактивировали, кстати? Из-за видоса, помните, дальнобойщики, я снял видос про баг. Серьезно, я не знал, что нельзя, типа, так делать. Тем более, баг не такой уж значительный. Просто вы едете меньше расстояния, а платят вам так само. Просто вы едете меньше расстояния. И я набагаюзил всего лишь 17 тысяч. То есть, на видосе один раз я это обнаружил. И вот на видосе снял. Все, 17 тысяч было. Я нафармил. Кстати, вот аптека Тимохи. Он ее купил, может закупаться. Пока моя аптека, в принципе, не у меня. Ну, блин, не знаю... Если мне вернут деньги, я постараюсь выкупить свою аптеку, но думаю, безуспешно. Мне, может, даже не вернуть ничего. Сейчас моя цель купить этот дом, потому что квартира это не очень. Тем более, я вчера квартиру купил, она мне слетела, и я вот только что купил себе другую. В том же подъезде, но другую. И, скорее всего, это и есть моя квартира, какая слетела, какая была свободная одна. Сейчас я вам покажу, что мой бизнес, в принципе, занят. Видосы не выходили, да, чуваки, потому что я даже за компом все это время не сидел. Я даже жалобу не чекал. Мне написали подписчики, большое спасибо, кто написал, что вот тебе написали, что я активировал. Я зашел, и да, так и произошло, да, меня аккаунт активировали. Да, это круто, большое спасибо руководству. Но было бы, на самом деле, еще круто, если вернули бы хотя бы госстоимость. Бизнес я покупал за 11 миллионов, но госку у него 10 миллионов. Как бы я писал это, и у меня есть пруфы, как я его покупал с таймом. И есть видео, где мой дом. У него госка 2 миллиона. 2 миллиона госка, в буса его дом был у меня. Да. Я написал жалобу. Кстати, кто подписан на мою официальную группу, тот был в курсе, что меня деактивировали и так далее. Там вся инфа была. Вот видите, этот владелец, этот человек сразу купил его бизнес и до сих пор ним владеет. Он его не продает, ни хера с ним не делает, видимо. Ну, я, видимо, хорошо распиарил бизнес, поэтому там, наверное, финка хорошая. Не знаю, если мне вернут бабки, я бы готов выкупить его за 11-12 миллионов. Готов был его выкупить, потому что чувак его, в принципе, по госу словил, поэтому, я думаю, будет выгодно. Плюс 1 лям там, думаю, это будет нормально. Не знаю, буду надеяться на то, что все-таки меня активируют, хотя... Возможно и нет.
возможно, нет. Потому что, да, я накосячил, Но серьезно, я не мог даже предполагать, что за это наказывают. Мне подписчики написали, какие деактивировали. Ну, это на третьем сервере, короче. Я это видос скрыл сразу. И я на стриме говорил, на двух своих стримах последних. И в чат дальнобойщика писал, что типа, вот, пацаны, не надо багаюзить, за это дают бан. Понимаете, я даже не знал, что, как бы, сколько, блядь? Все-таки это правда, пацаны, да? Вы 100 поменяли цены. Нормально за азот 4 миллиона или сколько? 450 тысяч, пацаны, нормально, да? Азотик за 450 тысяч вообще нормально. Да. Ускорение, лям. Блять, лям. Покрасить работы. 450 тысяч, гидравлика. Капитальный ремонт. 450 тысяч? Чё, блин? Кто, пацаны, не знал, но поменяли, короче, цены. Да, теперь износ будет считаться. Как посмотреть износ, пацаны? Так, карпас пишем. И... Да. Ладно, я думал так, знаете, карпас просто пишет, и там пишет износ. Как я слышал, ну, с администрации я слышал, короче, что, типа, если будет износ 100, то вы сможете тачку только выставить. Ну, как по мне, это перебор. Реально перебор. Ну, серьезно, блин, да, они решили так поднять экономику, но, блядь, покупать сколько же, сколько наваливаются просто эти, как его, ну, владельцы СТО. Слабо, что я успел прочиповать все свои автомобили за 400 тысяч. Очень соболезную тем, кто это не успел сделать. Что в дальнейшем, пацаны, будет? Постараюсь обратно пилить видосы почаще, потому что я видел, начали даже отписываться люди. 4 человека отписалось, я видел. Ну, да, видосы не выходили долго, но я буду стараться возобновить, в принципе, свой режим, как раньше, там, один видос в день, короче, хотя бы. Ну да, хотя бы через день видос вылаживать. Просто не знаю, что снимать. Я пока что жду решения насчет имущества, чтобы мне вернули мои 12 миллионов. Ну, вообще, по сути, 13 должны вернуть. Но, блин, хотя бы 12 вернули бы. То есть, госцена бизнеса и дома. Бизнес 10 и дом 2 ляма. Поэтому уходит 12 миллионов. Мне, честно, вот меня деактивировали, мне было не обидно за аккаунт. Мне было обидно за... Точнее, даже жалко за то, что я... потратил много своего времени, то есть тот аккаунт, понимаете, я потратил там 33 уровень, то есть потратил год на тот аккаунт, и его деактивировали, я остался без ничего. Этот аккаунт деактивировали, тут 26 уровень, то есть тоже полгода на него потратил и тоже деактивировали, получается, я остался без ничего. Вот это было жалко, конечно, серьезно, вот. То, что я потратил столько своего времени и остался без ничего, но в итоге все-таки все разрешилось, как бы. За 2 дня, то есть, получается, поставили мою жалобу и меня активировали. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал. У меня там личка сейчас забита даже. Всем большое спасибо, кто реально поддерживал. Вы реально красавчики. Ну, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from